Я упал в обморок. К счастью, моя Тесла на автопилоте. Это реклама Теслы, я правильно понимаю? Какой звук смешной, мы ходим. Реально смешно. Ульяна уже отметила, что... Есть, впереди есть. И есть вход в подвал. Что? Йо, сегодня мы снова должны находиться только на свету, потому что вне света нас переедет Тесла Кибертрак, возможно. Вот. Ну нет, почти. Мы играли уже в эту игру, да. И вот тут суть вот в этом вот. Надо собирать батареечки. Здесь появилась вторая глава, это во-первых. Угу. А во-вторых, теперь, кажется, тут будет не так сложно. Потому что в прошлый раз... Ну, раньше было сложно. О, господи! Забыла, да? Куда он делся? А надо... А чел просто пробежал, как будто. Внезапно появляется. От него вообще можно просто в сторону уходить. Я просто бегу прямо, двигаюсь в сторону, и все, вообще ничего не страшно больше. Не страшно? Вообще не страшно. Ага. Почему она не взялась? Бесконечно у нас инвентарь или нет, кстати? Я так предполагаю, что да. Отлично, потому что надо найти целых 27 батареечек. Да. Потому что Тесла прожорливая очень, судя по всему. Подождите, а нас не пустят во вторую главу, если мы не... Ну нет, в прошлый раз как раз-таки мы не прошли. Вот, надо в этот раз пройти, получается. И тогда пустят потом дальше. Тогда пустят, да. Но если Лана говорит, что легче стало, то, надеюсь, так оно и есть. В конце у нас не получилось попасть никуда-то куда-то, там, в лес. Мы не смогли пройти по следам, потому что там что-то прекращалось, что-то там заканчивалось. Ну, короче, что-то шло не так. Насколько я помню, это, кстати, скоро уже будет так. Вот тут можно взять, Лана не взяла почему-то вот здесь. А вот. Я бежала сначала к свету, а то вдруг он бы появился и съел бы меня. Ой, думаешь? Какой звук смешной, мы ходим, реально смешно. Ульяна уже отметила, что... Да-да-да. Капец, это стрёмно было, реально. Я реально испугался сейчас. А он не догоняет, да? Он прям за тобой бежал. Да ты чё? Ага. Я его не видал, но я слыхал. А зачем нам вот этот вот компас? Он показывает на ближайшую лампочку батареечку. Да, я думал, это север там. Нет. Да, я думала, это монстр. Ну, знаете, как прикольно. Там. Прикольно. Сверхъестественно. Можете проверить, подбегать к лампочке, и там будет. Да, реально. Ага. Удобно, слушайте. Я не знаю, сколько у меня этих лампочек, но достаточно. Но пока это бесполезная история, потому что, типа, ты и так идешь на свет, и, ну, в любом случае найдешь лампочку. А вот когда будут последние уже лампочки на улице, вот там это супер полезно будет. Я тоже так считаю. Слушайте, ну складывается ощущение, будто он тут один на всех. Я его вообще почти не видела. Угу. А ты уже в здании поднимаешься наверх? В смысле? Я за тобой ровно иду. Ну, не ровно, но я тебя видал, вот. Топ-т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 оп. А я в здании как раз-таки... заблудилась. Ну, я по лесенке уже забираюсь наверх. Ну, там кое-где есть такой темный очень коридор, и там надо просто идти прямо. Вон. Слушай, ну сейчас довольно спокойно все на самом-то деле. Да, он вообще куда-то ушел. Дела у человека, может быть. Угу. Но я точно знаю, что не стоит приходить сюда на частный сервер. Он еще и стоит 300 робоксов, поэтому... Это вообще шок. 300 робоксов. Вы знаете что-нибудь дороже? Ну, какую-нибудь игру с серверами дороже? Я видела по 500. Да? Да. Капец. Ой, это что? Сумка с камнями. Это надо все собрать. Ёша, сколько у тебя батареек? Ой, я не знаю, как посчитать. Там сбоку написано. 17. Ой, у меня тоже. Значит, мы с тобой одинаково собрали. Отлично. Все, побежали вниз. Так. Ого, я услышал опять в жизни. Я тоже. Да ну вас, идите сами в эту вторую главу. Я буду лучше чай пить. Ёлки-палки, он меня убил. Убил? Да капец. А как? Ты... А, да господи, уйди от меня, не знаю, я ничего. Дурисик. Да ему же вообще капец, как, ну, сложно, чтобы он тебя поймал прям. Он внезапно появился, блин, вообще дурисиковый. Так надо тогда влево или вправо, он тогда не понимает, и потом бежит за тобой. Мама, я слышу его, похоже. Это у меня он был. О, да, Ёша, беги. Я видела его, да. А чё такое? Чё, все с сервера ушли или что? Я не знаю, возможно. А подожди, а тут shift есть или что? Почему ты быстрее меня бежишь? Нет, я просто так бегу. Понял. Мама. Мама. Я же умереть могу. Нормально, он за мной бежит. Или за мной? Ну, или за тобой. А чё ты быстрее меня теперь бежишь? Ну, теперь мне страшно стало, теперь я углы срезаю. Опа! Всё, и сейчас. А куда теперь?
А, кажется, сюда? Вот сюда, да. Вот здесь, мне кажется, можно умереть вообще легко, здесь света нет. Мама, я не знаю, куда бежать, вот в этом и проблема. А, вот, ладно, вижу свет. Спокойно, не рычи, не рычи на меня, не надо, не надо, не надо, оно не нужно тебе. Смешно, что он за тобой бежал, на меня вообще не реагировал. Ну, понравился я ему, судя по всему. Ты пахнешь весной? Получается так. Ульян, а ты когда умерла, ты куда делась? Опять эта женщина, которая держит фонарь. Точнее, это не женщина, это просто тень. Но это очень похоже. Я никуда не делась, я осталась там же, и он меня второй раз потом сразу убил, и потом там было темно еще, и поэтому... О, нет. В общем, я решила отнести свои 9 батареек обратно. Блин. Потому что иначе я умру, и это будет зря. Мама! Ой, господи, я опять боюсь, блин. Меня? Да нет, чела этого. Он просто внезапно появился, но я подумал, что я... Могу умереть, но я же не могу умереть, если я буду просто бежать. Нет, не можешь. Вот надо сюда. Получается, ну вот. Хоп. Ха, дурисик. Ну смотри, теперь следы точно ведут. То есть мы здесь были, ребят, месяца 2-3 назад. И два, следы... реально? Ну, я по твоим видео посмотрела, вроде да. Шок. Казалось, что это вообще год назад будто бы, да, такое ощущение. Ну да. Вот, и не было этих следов, они обрывались, и мы потом не могли найти, а оказывается тут вон аж куда, и понятно, что мы не могли догадаться, что нам туда надо. Так, это была 19-я, получается. Вот здесь только что, да. Да, только что. Мама. Да хватит. Как же он резко появляется, у меня аж ручки. А еще со звуком прям... таким, ужас. И рычит там что-то, бегает. Ха, дурисик. Ха. Господи, боже мой. Ульян. Что, ты опять умерла? Ой, да. Я умерла. Да? А у тебя же только 3 сердечка. Угу. Все, это конец? Я умерла навсегда. О, нет. О, нет. Ну, я могу, конечно, возродиться за 70 робоксов, но я этого не... Да ну, зачем? Тем более, у тебя не так уж и много было набрано. Ёши, 20 батареек? Ну, 27. Да, 20. О, 27. 12 из 27. А. Ну вот у нас 20, и тут еще, знаешь, какое-то время надо прям походить, поискать, наверное, оставшиеся. Mm-hmm. Задача — найти подвал. А зачем мне искать подвал, если меня следы ведут? А они точно ведут в подвал? Ну, пока я вот собрал 2 лишние батареечки. Ну да, батареечки. Да, вот 23. По следам. 23-я, все верно. Так осталось всего 4? 4. Главное не умереть теперь. Ульяна, так, а у вас же 3 жизни, нет? Да, но когда умираешь, он тебя телепортирует куда-то или на том же месте, да, остаешься? А мне кажется, на том же месте... Ну, вообще было темно, возможно, он и телепортирует, но я не знаю. Понятненько. Да. Главное, пока ты вот голову опускаешь для того, чтобы собрать фонарик... Ой, фонарик, да какой фонарик? Батареечку. Главное не схватить скример. А мне кажется, что он сюда не ходит, будто бы. Ты думаешь? Ну, мы... ну, я его дважды уже встречала. А мы вот тут его не встречали. Угу. Возможно, потому что он за мной бегает. Ой. А? Так, 26-я, правильно? Да. Остается последняя, но надо найти еще и подвал. А точно а зачем надо? Подвал? Может, ну, не это надо задача. Вообще. Я не знаю, такая а задача. А может, мы в подвале уже? Ты думаешь? Не знаю. Я думаю, нет. Почему так вот огибают следы? Свет. Так, может, это его следы? Это его следы, реально, слушай. А зачем мы по ним бежим тогда? Мама! А, он тут? 5 покалывание в ручках, страшно. Да, давно его не было. Да я каждый раз, блин, мне так страшно каждый раз. А мне еще Роблокс, видимо, почему-то громче стал, хотя он на минимум. И я вздрагиваю каждый раз, когда он появляется. Еще эти глаза двигающиеся. Ага, реально. Блин, Ёша, там есть лампочка впереди? А чё, он догоняет или что? Нет, но может вполне. Есть, впереди есть. Ура! И есть вход в подвал. Что? Ты чё, совсем? Ну я же у света, что с тобой? О, а меня как? Ладно, хорошо, первая жизнь, допустим. Фух, у меня то же самое. Но это не круто сейчас было, типа я зачем стою около лампы? По приколу думаешь, блин? Блин, не хочется робокс, конечно, тратить. Уже почти все собраны. Последняя... Стоп, что? А, да, последняя осталась. Я сверху посмотрел, у меня чуть инфаркт не случился сейчас. Смотрю, ноль. А подожди, а это нам весь путь обратно или мы потом... Я ненавижу лестницы и огни, и это место. Мои родители заперли меня в этом подвале, потому что я люблю темноту, и они подумали, что я проклят. Какой ужас. Кошмар.
Леша, она обратно всем вот этим путем? Судя по всему. Какой кошмар. Реально кошмар. А как мы это сделаем? То есть это прям очень далеко. А у нас есть, кстати говоря, как будто бы компас. А это компас не тот, который на двоечку? Свет? Я не знаю, тот или не тот. А, не, Ёж, это... Фигня, да? Капец, я тоже тут так испугалась сейчас. Тут еще следы хуже видно. А фонарик у нас есть? Нет, у нас ничего нет. Нет. Как же он орет? Был бы фонарик, это была игра, проходилась бы мгновенно, Ёж. А, ну да, логично. Да прекрати орать на меня, почему так громко? Роблокс. Но он же не догоняет меня, правильно, Лан? Ну нет, он просто бежит за тобой. Ты, главное, не останавливайся. Я даже вас не слышу, прикиньте, в Дискорде. Да. Вообще дурисик. Все, ладно, нормально. Да, нормально, он очень хорошо. Громкий. Он за мной, кстати, сейчас с тебя убежал, на меня перекинулся. Сейчас на меня перекинется, конечно. А темнеет, короче, потому что он за вами бежит. Чем ближе, тем темнее, если что. Ничего себе. Ну, он же света боится, значит, сам он тьма. Логично. Ничего себе. Логично. Должно быть. Ёша, он, кажется, просто от меня к тебе бежит, правильно? Да, пристал ко мне, наглец. Давай тогда говорить, когда мы будем к Свету подходить, чтобы готовиться. Ну, я вот у Света сейчас. О, да, так и было. Так, Ёша, теперь я иду к Свету, осторожнее, я у Света. Ты что, совсем ненормальный? Капец, я стою уже рядом с лампочкой, а он такой, я к тебе. Так, ну на меня совсем. Он... Да, у меня тоже прибежал. Сейчас к тебе, по идее, должен. Так, слушайте, а вот и следы, а вот и он. Взяла, господи. Ключик, все правильно, Ульян, все верно, так и надо. Ключик тебе понадобится. Господи, боже мой. Что, чел? Да он прям, в общем, там, где фонарик, он там и появился. Да, вернее, он этот... бывает, ну, в общем, иногда. Дурисик. Реально дурисик. Сейчас опять у меня так, появится, он у меня, смотрите. Если сейчас что. Появится он у меня. Он у меня появится, когда я дойду до Света. Так, скажешь. Вот сейчас ну-ка. Появится. Да, появился. Капец. Это горячая картошка, что ли? Да, сейчас у меня уйдет. Значит... А, нет, нормально, не ушел. В смысле, не ушел? Я его оставил у себя. А, зачем? Ну, просто мне нравится эта музыка, которая глушит просто меня. Вообще кайф. Ёша, а тебе не кажется, что мы слишком далеко идем по следам, будто они нас запутали? Ой, мама, кажется. Потому что я не знаю, куда идти теперь. Ну, вот там как будто какой-то свет. А, это я отсюда пришел. Вот, а, вот. А, вот. Мама. Слушай, я их не заметил. Фух. Я их реально не заметил. Не знаю, как. Слушай, а тут далеко. Что, он за тобой, да? Он прям за мной. Ну ничего, не разворачивайся просто. О, вижу свет. Главное, не смотри на него. И сейчас фух, ко мне смотрите. А вот и ко мне, конечно же. Фух. А почему он передается от Ланы к Ёше? Мы близко просто ходим, и он такой... Да. О, господи! Что с ним сейчас было? Вообще жесть, ты видела? Он бежит за тобой, да. Его просто раскидало, блин. Так, нормально. Следы вижу. О, вижу свет. Блин, сейчас мне, наверное, его, да, передадут? Но я не пойду туда. А почему? Я пойду дальше, по следам. Ёша, ну, блин, это опасно, конечно. Нормально, нормально. Слушайте, а я вот в замке забрала вот эти вот батарейки. Куда мне идти дальше? Обратно, все. Ну и спускайся из замка, а потом иди по следам, Ульян, там очень далеко. А-а-а. Ёша, ну а что ты, заходи в свет, давай. Ну зачем? Пусть орёт на меня, дурисик. Зачем? А прикинь, он догонит когда-нибудь. Думаешь? Ага. Раньше не догонял, не знаю, если сейчас догонит, то нормально. Вот сейчас пойду вот постою. Что? Он реально догнал меня? Он меня был. Ёша, Ёша, уходи! О, куда уходи, мама дорогая? Тихо, тихо, тихо. Капец, ты чуть меня не убила сейчас. Так это он меня чуть не убил тоже. Подожди, у тебя одна жизнь осталась? Да, давай все. Давай я впереди пойду. Давай. Но у тебя... А, ты от нее относил. Скажешь, когда. О, Ульяна! Ладно. Че, он появился или нет? Нет. Он меня ждет. Здравствуйте. Ох, он появился, он у меня. Все, отлично. Он только что был здесь. Ладно. Ну, он, видимо, на секундочку, пока ты не зашла на свет. Так, ну, Ёша, я захожу в свет. Он сейчас к кому-то перекинется. Но, возможно, там еще девочка ко мне, есть. Конечно. Ко мне, он перекинулся ко мне. А, да? Угу. Так, Ёша, ну тут осталось уже совсем всего ничего дойти до начала. Давай вот сюда к свету, а потом пойдем по дорожке, как мы шли. Нам туда. Давай. Пойдем. Куда? Вот сюда. А, давай. Все, он ушел. Ну, значит, сейчас у кого-то появится. А нет, он ко мне опять пришел. В смысле? Нет. О, у меня, он у меня, в смысле. Он реально быстро за тобой дубасит, слышь. Он только что у меня просто был, и потом бабас. Это капец. Ёша, Ёша, я в свет. Да господи. Ясно. Блин. Ульяна, ты не умерла? Вот я нет, он у меня, я в свет попала.
Страшно. Зря я первый пошел, кстати. Так я первая иду. Я первый пошел. Я сейчас первая. Опа! А почему следы не следы, они тускнеют? Потому что чел рядом с тобой. Да, ясно. Находится. Я правильно иду вообще? Ты за мной иди. Да где? Я тебя не вижу, я впереди иду. В смысле? Я впереди иду. Вот он тут. Как ты меня не видишь? Вот сейчас в свету ты меня не видишь? А, вот ты тут ты. А зачем ты опять первый пошел? Так вышло. Ваши. Извини. Я видела, он за тобой. О, нет. Да нет, опять, мне кажется, сейчас у меня будет. Что происходит? О. Да он тут нас провожает. Да вот же он. А мы почти дошли, Ваши. О боже, пожалуйста. О боже. Это что, правда? О, заводись. Так, Теслочка. Заводись, Теслочка. А это что? Ничего себе. А, войдите в автомобиль. Да. Ага, все, вы сбежали. Опа. Так, ну я тоже пойду. Я кого-то сбил. Я Пигги сбил. Нет! Ой! Ну и чувака тоже, кстати говоря, сбил. Я упал в обморок. К счастью, моя Тесла на автопилоте. Это реклама Теслы, я правильно понимаю. Вероятно, он ударил монстра и убил его. Это реклама Теслы, я все правильно понял. Время выбраться из этого места. Все, закончили игру. Оставайтесь в свете. Понятно. Отлично. Неплохо, я считаю, да. Да, вполне себе. Непонятно. А зачем нам нужна была сумочка с камушками? Да, да, непонятно. Так как следов дофига, типа игру прям упростили, она вообще не нужна. Ну, возможно, тоже как-то там оставлять какие-то себе опознавательные знаки. Не, ну может, но вообще это бесполезно на самом-то деле. Ну, короче, теперь у нас есть доступ ко второй главе, вот, поэтому, может, мы вернемся сюда, если вам зашло, пишите в комментариях, а на сегодня это все, всем большое спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, на колокольчик нажимайте, всем пока. Пока. Пока.